Я хочу посмотреть, сколько стоит PlayStation 5. PlayStation 5. Ну что это за хуйня? Ладно, окей. 3090 RTX. 3050, блядь. Ну-ка, чисто ради интереса, что там у меня старичело выиграл, я ему отправить должен. Как она называлась? HTC Vive Pro i. Full kit, кстати. Ну, было 100. Погодите, что можно посмотреть? Что еще выросло, блядь, ебать как? Xbox посмотреть? Девочки без подарков на 8 марта, к сожалению. Цветочками, блядь, пойдет. Че за дерьмо, ебать? Пи***ц, может толкнуть свой, блядь? Купить андроид себе ебаный какой-нибудь. Бля, я в хуй вообще. Ну-ка, MacBook. Бля, про Pro уже вообще молчу, типа там, наверное, блядь, миллион уже стоит. Блядь, самый лоховской говняный MacBook просто, блядь. 189 тысяч, блядь. Пиздец, прикиньте, блядь, 256 гигов памяти, блядь. Блядь, ну-ка, сколько хлеб стоит? Ну, что-то мне подсказывает, что хлеб в кредит с Христосиком купить. Блядь, хлеб за 1000, Алин, пиздец. Знаете, что точно, вот, почему точно можно, блядь, определить, что пизда в стране? Доширак. Да ну это пиздец какой-то ебаный. Тут чего, блядь? А, оптом, нормально. Да не, это забейте, это опт. Это большое количество. Но доширак это как, это наши, не наши, я хуй знает. Так, ну допустим, что-нибудь для... что еще можно спросить? Процессоры, да, на какой-нибудь i9, блядь. Я не знаю, посмотреть. Так, мой говняный процессор, который, блядь, сейчас у меня стоит, мне интересно. i9-9980XE. Бля, я думаю, я сейчас охуею от цены, можно его, блядь, продать, за сколько я его и купил, блядь, когда-то. А его нету вообще. Сейчас его скопирую. Вот на данный момент я на нем сейчас сижу. В ДНСе, блядь, вот он. Бля, надо, чтобы еще чуть-чуть курсик поправился, чтобы 150 стоило. И это мой процессор. Это то, за сколько я его купил, когда он вышел. Ну как купил, бесплатно достался. Вот эту хуету вот на моем компьютере сейчас за 140 тысяч купить, блядь. Забейте нахуй, говно ебаное. А ну-ка Рязань, который, блядь, просто ради интереса, блядь. Ryzen 5600X хотя бы, ну. Странно, но ничего нет. Понятно, все скупили нахуй, походу. 5650X, я не знаю. Я неправильно написал. Или Ryzen, блядь, как он пишется, эта хуйня, господи. Я не помню! Рязань, блядь. Я, блядь, короче, ладно. И последнее, что я посмотрю, что у нас там еще можно посмотреть. Давайте посмотрим, блядь, просто ради прикола, сколько тачки стоит. Ёбнуться, нахуй. Ларгус, блядь, за лямчик, охуенно. Специально для вас, блядь. Вы что, охуели, что ли, блядь? Сандера, блядь. Полтора мульта, Веста, 806, ебать мою жопу, блядь. Бля, я не знаю, Kia Rio какой-нибудь найти, посмотреть. Ща, погодите, посмотрю, Rio. Какой-то некрокар надо найти, блядь, дешевле сделать, наверное. Этот чел, наверное, умер, блядь, или я не знаю, осуждаю. Но он, блядь, походу, не знает, как рынок работает, блядь. Он, бля, ему, блядь, вообще на курс, блядь. 1050 Ti. А, блядь, нахуй я тут вбил, ой, еблан. Бля, пи***. Сколько стоило, когда вышло, да? Ей уже сколько? Лет 9, блядь, этой карте. Так, ну Kia Rio понятно, сколько стоит. Интересно, сколько Hyundai Solaris стоит. И у вас Патриот. И пойдем. Solaris. И нас интересует новый, блядь. Да хуйня, бля, вопрос. Че, блядь, вообще, че за пи***ц? Охуенный, бля. За полтора мульта, ребята, блядь. Прям как я свою взял, знаете, за полтора. Вот я за свою за полтора взял. Тут, бля, нихуя. Это не новый, да, это даже 20-й год, блядь, 2 года машине. Так, ну-ка пойдем у вас Патриот посмотрим. Бля, ну надо новую, наверное, поколение, это последнее надо смотреть. Бля, ну тут бэухи, я так понял. Свою посмотреть? Давайте сейчас свою глянем и все уже. Это даже не AMG, блядь. Объем литров от 2. Погодите, надо силу указать. Двигатель, блядь, турбированный.
АМГ выбери, там нету ашек АМГ, к сожалению. Их надо отдельно указывать. Бля, нету, сука, чё за хуйня? Может, есть А-класс АМГ, я не знаю. А, есть. Всё, напиздел, сори. Да я, блядь, свою, наверное, за 2.8 отдам вообще спокойно, блядь. Твою продают. Да, походу, слышите, блядь, вместо ремонта, блядь. Не, это вообще дичь. Надо еще потом пофорсить чуть-чуть.